Физкультура и спорт с детства становятся лучшими друзьями славянских ребят. Спортивные занятия не только укрепляют учащихся физически, они помогают им обрести уверенность. И это далеко не все плюсы спорта. В Центр спортивной подготовки «Олимпиец» на открытое первенство Славянского района по легкой атлетике приехали воспитанники специализированных коррекционных школ из Славянского и Северского районов. В прекрасном крытом манеже созданы все условия для полноценных занятий спортом. И ребята пользуются этими возможностями как для тренировок, так и для участия в соревнованиях. На торжественном открытии первенства выступила директор спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд» Елена Чаракьянц. В соревнованиях принимали участие учащиеся трех возрастов с 2001 до 2006 годов рождения. Они соперничали в трех видах – бег на 60 и 400 метров и прыжки в длину. Мне это очень нравится, и я пришел сюда с хорошим настроением, и мне нравятся свои результаты. Для ребят это первый серьезный старт в нынешнем году, и они очень старались, чтобы показать приличные результаты. Мы информацию подаем в краевые структуры, они отсматривают, кто попадает в сборную края, есть шансы принять участие в всероссийских соревнованиях. Еще эти соревнования чем хороши, что дети общаются не только между собой, но и из других районов дети. И какая-то социализация в обществе однозначно идет. У кого хорошие результаты, у них очень большие шансы поездить по России, по соревнованиям. По итогам соревнований славянские спортсмены выступили успешно. На их счету 7 первых мест. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».